«Локомотив» смог дожать на своем льду Хабаровский «Амур» 2-1. Правда, для этого подопечным Дэйва Кинга понадобился овертайм. Гости оказались крепким орешком. Достаточно сказать, что в основное время команды смогли лишь по разу поразить ворота соперника. На шайбу Локтионова «Амур» ответил голом Орлова. А вот в овертайме хоккейная «Фортуна» оказалась на стороне железнодорожников. Гол Холлиса добыл «Локомотиву» не только победу, но и 2 очка в турнирную копилку. 13 февраля железнодорожники примут московских «Динамовцев». Прежде всего, я хотел бы поздравить команду соперника с победой. Я могу сказать, что с результатом сегодняшней игры я разочарован. Пропущенный нами гол был простым голом, который не должен был быть пропущен. В первые 2 периода у нас был шанс забить больше, чем 1 гол. Но мы довольны, что взяли хотя бы 2 очка. Спасибо болельщикам за их поддержку.